Всем привет! Сегодня будем готовить блинчики с куриной начинкой. Для этого нам понадобится 500 мл молока, 280 грамм муки, 3 яйца, 2 столовые ложки сахара, 100 грамм сметаны, 3 столовые ложки растительного масла, 300 грамм шампиньонов, соль, перец, 1 лук и 300 грамм куриной грудки. Для начала приготовим начинку. В сковородку нальем растительное масло. В разогретую сковородку перекладываем лук и обжариваем примерно 5-7 минут. Лук обжарили 5 минут. Теперь добавляем грибы. Перемешиваем их. И нужно будет потушить 5 минут, чтобы выделился сок. Грибы потушили. Теперь добавляем куриную грудку и обжариваем. Куриную грудку обжарили. Теперь добавляем сметану, перец и соль. Перемешиваем. После того, как обжарили куриную грудку, тушим минут 20. Пока у нас готовится начинка, приготовим блинчики. Добавим молоко, щепотку соли, растительное масло, 3 яйца, сахар и перемешаем. Теперь будем добавлять муку понемногу и мешать. Тесто для блинов у нас готово. Такая вот масса у нас должна получиться. Также приготовилась наша начинка. Убираем ее с плиты и остужаем. Теперь начнем жарить блины. Блины наши готовы. Теперь начнем их фаршировать. Начинку берем по 1 столовой ложке. Можно 1,5. Фаршированные блины нужно будет обжаривать по 1 минуте с каждой стороны. Блины с начинкой готовы. Попробуйте, приготовите вы, вам непременно понравится.